Привет, меня зовут Андрис. Привет, меня зовут Ирина. Привет, меня тоже зовут Андрис. Это моя мама, это мой папа. Вы смотрите передачу «Суп». А «Суп» — это передача «С утра пораньше». О, лавакар. Эй, лавакар. Какой лавакар? Нам нужно лабрит. Конечно. Он говорит лавакар. Лавакар по-латышски это добрый вечер. А нам нужно с добрым утром. Как лабрит, так это вакар. Сум так это сакас, мы это не радим. Все понятно, ребята. К нам попал сон медзинш. Это любимый герой латышских детей. Он укладывает их вечерами спать. Но дело в том, что у нас совсем другая передача. Она называется «С утра пораньше». И в нашей передаче мы поем песни, веселимся, играем, рассказываем друг другу разные истории. Что мы еще делаем? Смотрим мультяшки. А, вы хотите веселиться? Конечно. А, тогда я тот, который вам нужен. Так, один момент, все делаем вот так. Раз, два, три. И венц. Тиви, три! А где мы? Где мы? По-моему, мы в Риге. Ку-ку. Здравствуйте, а вы кто такой? Как? Я медзинч. Сон, сончик. Чё? Большой почему я? Ну, потому что я снял шапочку. И как я снимаю шапочку, так я становлюсь большим. Спроси, что он днем делает. Как днем все делает? Днем я отдыхаю, сплю, гуляю. И еще я пою вместе с латвийской поп-группой пекшни. А что такое пекшни? Пекшни? Ну, это, ну как на русском сказать, это вдруг. Вот вдруг вы в Риге, ну? На Домском площади. Да. Вот. И вдруг, вот они, вдруг пекшни. Где? Чао! А о чем они поют? О самокате. И все? Янису подарили новый самокат. Янис хочет ехать влево. Самокат его тянет вправо. Янис хочет ехать вправо. Самокат тянет его влево. И не прошло и часа, как вся школа стала помогать Янису кататься. Рули, рули, Яна. Только с умом. Thank you.
Это все, что ли? Я не знаю. Ну, что ты вообще знаешь? Как что я знаю? Я знаю, что Пэкшни — это прекрасный ансамбль из города Лигат на 60 километров от Риги. Я знаю, что Инт Милтович, это художественный руководитель ансамбля, сам все пишет. Знаю, что он отец двоих сыновей, оба сыновья играют в этом ансамбле и поют. И что я... А что ты хочешь от меня знать вообще? Ну, потому что я хочу знать, что будет дальше. А я не знаю, что будет дальше. А ты знаешь, что будет? Я не знаю. Ну, а кто должен знать? Кто знает? Стойте, я знаю. У Пэкшнев еще очень много песен. Я приглашу их сюда, в Москву. Во, на Шабловку, в эту студию, сюда. Звучит выходная ария, ну, то есть главная песня Сончика, нашего Медвенча. В ней он и Пекшни поют про Чучурию, царство снов.